Поправки в Конституцию обсудили сегодня ведущие юристы страны в рамках 5-го общероссийского юридического форума, который прошел в Уфимском конгресс-холле Таратау. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров уверен, что изменения в Конституции приведут к положительным социальным и экономическим эффектам. Башкортостан, по словам экспертов, стал одним из флагманов конституционной реформы. Кто мог в 93-м году предусмотреть все, что в стране и в мире будет происходить? Кто сказал, что после этого нельзя ни к чему притрагиваться? Это неправильно, несправедливо, и все системы мира, какие бы они ни были в мире, они все идут через трансформацию Конституции. Президент Ассоциации юридических вузов Сергей Бабурин поддерживает позицию премьер-министра республики и считает, что реформа Конституции – это новый толчок к развитию социального государства. Реформа 2020 года исправляет многие недостатки основного текста, потому что она делает более эффективной власть президента. И она, самое для меня важное, создает реальные возможности, чтобы государство было социально, не на словах, а на деле. В работе 5-го общероссийского юридического форума принимают участие председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, президент Ассоциации юридических вузов Сергей Бабурин, член правления Союза ассоциаций судей Азербайджана Рамин Гурбанов и многие другие выдающиеся юристы страны из дружественных государств.